Одним из важных вопросов в сфере образования остается сдача экзаменов. В ходе встречи Сауле Умербекова дала свои разъяснения о том, как идет подготовка к сдаче итоговой аттестации и ЕНТ в новом формате. В этом году в области школы покидает 6561 выпускник. Но вот проходить тестирование планируют лишь 4804 учащихся. На сегодняшний день более 4800 подали заявление на сдачу ЕНТ. Но все 6561 ученик, выпускник школы, будут сдавать школьную аттестацию. Что такое школьная аттестация? Каждая школа, итоговая аттестация разделена теперь на два этапа. Это школьная аттестация, как раньше будет проходить в рамках школы, и второй этап – сдача ЕНТ. Сдача ЕНТ будет проходить на пунктах ЕНТ, как и в прошлом году, а школьная аттестация в рамках школы для того, чтобы каждый ребенок получил аттестат и дальше имел право выбрать то, что ему будет удобно. На пресс-конференции также поднимался вопрос о дошкольном образовании и наличии аварийных и трехсменных школ. Руководитель управления образования заверила, что в течение этого года проблема будет решена. 95% дошкольников планируем охватить дошкольным образованием. На сегодняшний день, ни для кого не секрет, самая большая очередь у нас в городе Актюбе. Для ликвидации этой очереди предусмотрено строительство в рамках государственного частного партнерства 36 дошкольных учреждений, на которые предусмотрен заказ в размере более чем 5400 мест. Следующим индикатором у нас является уменьшение количества трехсменных и аварийных школ. На сегодняшний день в области у нас 16 трехсменных, 4 аварийные школы. В течение текущего и следующих 2017 года мы уверены, что проблема эта будет решена. Не менее важный вопрос о летнем отдыхе и занятости школьников в это время. На период летних каникул 2017 года планируется охватить 90% школьников всеми видами отдыха. В области на этот период будет функционировать 11 загородных, 2 государственных и 9 частных лагерей. Кристина Вейдж, Аслан Жубаев, программа «Факт».